долго готовились, не попадали в такт. Сейчас все отработано. Александра Ткачева признается, военная тематика ей очень близка. И не только потому, что это красиво. Парад Победы же по телевизору показывают, где там девушки красивые, в форме, вот аксельбанты. Бабушка, да, она служила, и у нее медали есть. Все, вот я по стопам. Строевой смотр юноармейских отрядов города проводят впервые. Ребята показывают, чему научились. Оценивать их будут люди, которые имеют непосредственное отношение к службе. Оцениваться будет, конечно, дисциплина строя, внешний вид, действия командира, действия подразделения, конкретно выполнение торжественного марша и исполнение песни. Мы боимся только на песни, а остальное все у нас отлично получается. Ну, потому что может шаг сбиться и получится некрасиво. Награждение победителей пройдет на закрытии цикла мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.